И здорово, ребят! Вы на канале Роман Геймс, и сегодня у нас солянка в честь 50 подписчиков на моем канале. Юху! И сегодня я решил поиграть в Bass Rush. Вот такой вот у нас сюжет этой игры. Видите, парниша дразнит гориллу, а горилла ломает клетку и за ним бежит. Будет вам урок. Не гоняться за не дразните диких горилл. Вот так вот. Я немножко потише делаю. Такой у нас отличный парк. Игра очень-очень похожа на Сюрбасер. Надеюсь, она вам понравится, вы мне поставите лайк. Вот у нас ездит тут такси, цирк. Хочу по Москве пройтись. Кажется, у нас тут китайский Новый год. Так, постараемся без проигрышей. Ходим по крыше, а мне норм. О, магнит. Кто-то загубил серед дороги. Так. Статуи какие-то красивые. Ой, еще один магнит. Кто тут магнитами бросается? О, автобусы понеслись. Ой. Бывает. Ничего, сейчас еще раз попробуем. Так, думаю еще раз и все. В этот раз я постараюсь без проигрышей. Смотрите, сколько здесь школьных автобусов. А где же все школьники? В школе, что ли? Итак. Кстати, в этой игре есть... Ну, вы уже видели парк. О, видите, Bus Station. Автобусная остановка. И здесь еще есть метро, я знаю. А, нет, это не метро. Но оно вподобие этого. Не, ну кто так фургоны паркует? Вы это видели? Ну, нет. Вот и выезд на поверхность. Итак, сколько у нас магнитов в этой серии? Ну ладно, давайте еще разочек и все. Еще разочек. Так. Когда у меня уже будет 55 подписчиков, я сыграю в Temple Run. Я надеюсь, вам эта игра тоже понравится. Это даже круче, чем Сюрбасер и круче, чем этот Bass Rush. Намного круче. В два раза. Так. О, метро. Нет, это не метро. Я хочу метро. Метро очень интересненько. Очень реалистичненько там. Кстати, тут есть скейтборд. Думаю, никто не будет возражать, если мы его возьмем. У меня уже 50 подписчиков. Да, прикольно. Я уже как 2 месяца, ну, веду свой блог, и у меня уже 50 подписчиков за 2 месяца. О, такси? Ничего себе, ну ладно. Думаю, на этом уже будем заканчивать. А с вами был я, Роман. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. А всем пока!